Всем привет! С вами Георгий Чертанцев и Константин Генич. Мы с вами на футболе. Сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Перед нами состав Ромы. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Всем привет! С вами Георгий Чертанцев и Константин Генич. Мы с вами на футболе. Сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Перед нами состав Ромы. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Всем привет! С вами Георгий Чертанцев и Константин Генич. Мы с вами на футболе. Сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Перед нами состав Ромы. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Первый тайм начался. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Ундер. Де Росси. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Плохо сыграно, мяч потерян.